Ой, да камеру выроню. Меня уже трясет. Люди будут за людьми, эти люди будут потыкаться потом. Рюмочки, чтобы не были. Я такси можете не выпивать, не надо все такое. Повернулись сюда. Все, заходите. Да, уходите. Оленька, сейчас заработаем. Поехали. Да, чтобы видно было. Коля, пошли назад потихонечку. Свет, держи туда на них свети. Заходим. Все заходим и дверь закрываем. Все закроем, заходим и дверь закрываем. Калюня. Три гвоздички вколо это самое вчера. Какие-то оттуда ну? А мы так. Так. Выгоняет, не по бабушке. Оля, что ты растуна докатил, да? Оля. Заплатили ему. А мы еще... Она просто ей, конечно, и все это не надо. Ну, как я у Верки плакала. Ну, а у Веры действительно, как плакала Татьяна. Так и в таком же самом возрасте была. Ты что, это была такая Татьяна? Надо. Славочка, не надо. Оль, зачем ты не надо, это потом. Она воду переливала. Она просто у него возбуждена, не надо. Ей хочется наряд такой. Да хватит уже, сколько можно держать одну Таню 3 часа? А?
Это Марина, то, что здесь было широко, вызвало широко, поэтому что поезд. Первый кадр первый. Пейте, пейте. Пейте же? Да. Так, все, пошли в машину, замерзли уже. Забираем. Да. Поздравляю вас всех с этим радостным событием. И как в веках повелось на Великой Руси, новобрачных на хлебом и солью встречаем. Дарим низкие поклоны до самой земли. Нашей новой семье много счастья желаем. Дорогие мои дети, встречаю вас хлебом и солью, чтоб вы всегда были сыты, чтоб встречали так же меня, всегда и меня родители, своих знакомых близких, только с хлебом. Пусть всегда у вас будет в доме хлеб. А теперь кто больше, кто в доме будет хозяин, кто будет встречать нас? Так, хлеб достой, хозяин, пожалуйста. Сколько хозяин начинает?
Поднимайте хлеб, отправляйте и кусайте. Слава, как людей по-моему работают? Молодец, Саня. Стороночки, стороночки, как у меня было. Какая будет хозяйка, как Соня? Только ну. Так, ну что ж, покажите, пожалуйста, доблесть молодых. Посмотрите, дорогие гости. Чисто молодой счастливой пары. За себя чисто ставим, давайте ему, друзья, устроим этот радостный салют. А вот нашим молодым медные, чтоб никогда не были бедные. И серебро, чтоб в доме было всегда только лишь одно добро. А вот вам, дорогие молодые, и первое орудие труда в вашей совместной жизни. А мы посмотрим, какая у нас будет Таня, умелая хозяйка, и какой хороший помощник, и в жизни будет слава. Смотри, как быстро взялась за дело. Это первый взнос, Танечка, в свою семейную копилку. Так, жениха мужа видим. Итак, Танечка, кошелек будет в твоих руках. Пока хозяин суть до дела, все деньги твои. Видите, руководящая роль. Погнали, как только указываешь. Она все забирает. О, наконец-то! Молодец! Сыпай себе в карман. Иди с напоминанием, знаешь, куда сыпать. Молодцы! Поздравим их с первым трудовым уроком. Они прекрасно очень с ним справились. Подальше от себя. И что же тебе попалось? Сладкая. Как же ты ей распорядишься, Танечка? Не ставь, ты ей распоряжайся. Как ты распорядишься? Ну да, ему очень не ну, конечно, говори, говори. Кем поделишься? Вот как она уже посматривает на него, но еще боится сказать слово грозное мужу. Ну что ж, это счастье, Слава. Это счастье в вашем доме. Здесь все до дна, чтобы ни капли не оставалось, конечно. Ну, мы все сочувствуем тебе, пробуй дальше. Попробуй, скажи, какая тебе досталась водичка. Какая же досталась водичка, как ты ее распорядишься? Горькая. Горько, и кому ты ее отдашь? Не знаю, или... Итак, лучший друг всегда рядом. Вперед, это последний слезы жениха. Бей до дна! Итак, Чубович, он взял на свои... Да, бей до дна. Он взял на свои мужественные плечи. У тебя прекрасный друг, Слава. Ну вот, и ты жену направо поведешь. Быть мужем в семье главой. Ты понял, куда идти надо, да? Если налево, быть тебе слава у Татьяны под святой. Ну, а если прямо пойдете, будет обоим счастье вам. И радость, и горе, все пополам. А мы посмотрим. Так, молодец. Это серебряная свадьба, я спрашиваю, только у Несты. Танечка, через сколько бывает серебряная свадьба? Включай, да, Невеста знает, на что она решилась. Прекрасная Невеста, это золотая свадьба, спрашивай только у жениха. Слава, через сколько бывает золотая свадьба? Полчаса. Значит, ты теперь тоже знаешь с помощью наших гостей, да, на что ты решился? Итак, желаем паре молодой дожить до свадьбы. Твоя прекрасная жена на руках пройдет слава через всю жизнь. Пожалуйста, ставь. Так, у нас цветы готовы для вас. А сейчас, дорогие, слушайте, как договаривались. А цветы молодые. Thank you.
Все набрали в рот быстренько, все в рот. А мы посмотрим, что пьете. Вы не обращайте внимания. Говорите, да.